На финальный сплав 2019 года отправились традиционно в середине августа на реку Десна. Как всегда, этот сплав планировался наиболее длительным. В этом сезоне все-таки решили разведать новые горизонты, куда мы хотели поехать еще в прошлом году, и пройти маршрут ниже железнодорожного моста в Макошино, с расчетом за неделю дойти до Салтыковой Девицы. Как и в августе 2018-го, наша команда состояла из трех человек – меня, брата Димы и Шурика, и вновь к реке мы добирались общественным транспортом. Всем привет, друзья! Сегодня 12 августа 2019 года. И мы пакуемся и собираемся на новый наш сплав в этом сезоне, уже третий, такой самый длительный в планах. На этот раз мы едем на реку Десна в Черниговскую область. Сейчас вот грузим машину, доезжаем до ЖД вокзала, там садимся на поезд, доезжаем до Мена, от Мена планируем найти такси и доехать до Макошино, в той точке, где мы заканчивали прошлогодний сплав, и оттуда собираемся плыть в направлении Чернигова. Хотелось бы доплыть до Салтыковой Девицы. Ну вот, едем втроем. Я, мой брат Дима и Шурик. Точно так же, как и в прошлом году мы ездили. Отец с нами ехать на Десну не захотел и в этом году. Он провел нас на ЖД вокзал, где мы успешно погрузились в скорый поезд Новоалексеев-Каминск и поехал домой. Путь у нас был не близким, более 200 километров. И добираться к месту поездом было наиболее удобным и быстрым вариантом. 10.04, выехали. Так, в дороге мы решили расписать пульку в преферанс. У нас 4 часа еще пути. Как раз тут у нас новые карты такие, с такими вот рыболовными извращениями нарисованными здесь. В общем, сейчас будем играть в преф. 14.05, вот мы уже стоим в тамбуре. Через 10 минут наш поезд прибывает на станцию Мена. За азартной игрой в преферанс 4 часа в пути пролетели незаметно. И чуть позже 2 часов дня мы прибыли в нашу промежуточную точку, городок Мена. Откуда до моста в Макошино нам оставалось 12 километров. Остаток пути планировали преодолеть на такси. Быстро нашли такси, погрузились. Как-то и едем в направлении Макошино. Думаю, скоро уже будем на месте. 14.50, мы на месте. Мы на месте. Разгрузились уже символично на том же месте, где заканчивали прошлогодний сплав. Такси мы нашли быстро и за 200 гривен, с трудом утрамбовавшись в Ланос, доехали к стартовой точке, точно тому же месту, где заканчивали сплав прошлого года. Погодка была замечательной, солнечной, теплой и тихой. Десна нас встретила достаточно низким уровнем воды и привычным мутнячком. Ну, сперва накачиваем наши лодочки, как всегда. А Дима тем временем готовит на стол, чтобы отметить приезд. Ну, приезд первым делом, как всегда. Мы, как всегда, не торопились. Посидели около часу, отмечая приезд за замечательным тенистым столиком, и, искупнувшись, выдвинулись в путь уже ближе к вечеру. 17.20 время. Вот мы только отчаливаем. Шурик свою грузит. Ну, а мы уже поплыли рыбачить. Перед нами мост в Макошино. Мы его минуем и открываем для себя новые горизонты прекрасной реки Десна. На этом сплаве со мной 2 комплекта. Немножко подновился на этот сплав. Вот на одном комплекте новый спиннинг. Это фаворит New Spirit, как и раньше, натвичевый. Но в этот раз это обновленная версия и тест чуть-чуть поменьше, чем был раньше. Тест 724, более универсальный спиннинг. Вот. Ну, второй это мой лайтовый спиннинг фаворит Arena Stream, как и раньше был. Но в этот раз сюда уже моя мечта, катушечка, стала Shimano Stradic 2500, такая универсальная классная катушка. Едва выплыли, как тут же взялись за спиннинги и начали рыбалку. Учитывая, что погода жаркая и солнечная, основной упор был на лайтовые снасти, мелкие приманочки и головля. Основной целью было поймать несколько хвостов для ухи. Первым счет пойманным рыбам открыл Дима, поймав небольшого полосатого матроса. Вот такой наш первый улов, но сегодня для ухи берем. В общем, усами Шикима и первая рыба поймана сегодня. Вот у Димы еще одна поклевочка, вот схватил и голавлик.
возле лодки. Ну, небольшой такой, грамм 150 на шикимку, но тем не менее иголавлик сегодня есть. Иногда отзывались и небольшие голавлики, чуть активнее у Шурика, который шел параллельно нам и рыбачил нахлыстом. У меня с клевом дела обстояли хуже всего, но вскоре и я таки разловился. Так, друзья, я тоже поймал голавля, все мы разловились, можно сказать, сегодня. Ну что, хлопцы, по крови. Так как каждый из нас уже поймал свою рыбку, то не нарушая традиции, мы сплылись с лодками и, как полагается, отметили по крови. В целом клёва сегодня не было, рыбка скорее пассивничала, чем активничала. Тем не менее, мы экспериментировали с приманками и кое-что для ухи всё-таки ловили. Вот и я наконец-то заработал свою поклёвочку. Новая колебалка Норис у меня. И малыш голавлик на неё взял, такой 100-граммовичек. Попытки с пятой догнал. Время уже 19:45, пора что-то смотреть, место какое-то для ночевки. Дело близилось к закату. Деснянские пейзажи впечатляли своим масштабом, вечерней тишиной и умиротворенностью природы, с которой мы сегодня были на одной волне и находились в полной гармонии. Вот у меня поклевочка еще одна вечерняя, наверное, опять головлишка взял. Головлишка чуть-чуть побольше, наверное, грамм 300-400, колебалочка Норис и такой головленыш, ну может грамм 350, с миляка выскочил. Он Саня на нахлыст вываживает голавлика, у него уже 3 поймало, это вот следующий. Ближе к вечеру и у нас, и у Шурика попалось несколько голавликов чуток крупнее. Уже было ясно, что уха сегодня точно будет наваристой. Потихоньку смеркалось, за поворотом показался пологий берег с выходом, к которому мы поспешили причалить. 20:15, над Десной закат. Вот мы прошли где-то километра 4-5. И вот здесь причалились. От Макошина мы особо не отплыли. Вот здесь такое местечко со столиком. Место оказалось зачетным. Здесь был и столик с лавочками, и ровная поляна для размещения палаток. Выяснилось, что несмотря на пройденные километры, мы все еще на окраине Макошина. Разбив к 9 часам вечера лагерь, принялись заниматься рыбой и готовкой ухи на ужин. Наша ушечка поставлена. Там все ингредиенты необходимые загружены. И сегодня у нас новшество в этот раз. Нашли один шампиньон. И решили его тоже добавить. Будет у нас грибная уха с шампиньончиком. Ближе к 11 вечера наша ушичка уже приготовилась, настоялась, и мы сели за аппетитный ужин. Шампиньоны оказались вовсе не лишними и добавили ухе особой пикантности. Вечером, как всегда, душевно посидели. К нам в гости заглянул местный паренек, с которым мы немного пообщались об особенностях здешней жизни и увлечениях макошинской молодежи. К полуночи решили идти спать. Сегодня по маршруту за вечер прошли 5 километров. Всем доброе утро. Начинается второй день нашего путешествия. Сегодня 13 августа, время без 15:08 утра. Решили сегодня выспаться, вчера засиделись долго до ночи. Вот. Ну, в общем, сейчас уже вылазим, погодка солнечная, хорошая, но слышно уже ветер сегодня, день будет ветреным. В общем, будем готовить завтрак и потихоньку собираться и выплывать дальше в путь. Вот, поставили на огонь воду кипятиться, и у нас на завтрак сегодня будет овсянка. Сегодня решили после насыщенного предыдущего дня хорошенько выспаться. Выйдя из палаток, мы приготовили на завтрак традиционную овсянку и чай. Покушали в начале 10-го, Дима сходил дозаправиться водой в Макошино и спустя час выдвинулись в путь. В 10:15 мы только выплыли, так как проснулись поздно, без 15:08 решили выспаться, то и выплыли поздно. Вот мы уже на старте. Шурик лодку снес, ему осталось собрать палатку, и он тоже готов выплывать. Сегодня погода ветреная, ну, в общем, сейчас будем делать первые забросы. В начале нашего сегодняшнего маршрута под правым берегом присутствовал перспективный каменистый свальчик, поэтому рыбалку я начал с джига в надежде соблазнить на поклевку такого желанного судачка. Но клыкастые, увы, молчали, и мы в скором переключились на головлиную ловлю.
В общем, плывем уже около часа. У меня первая поклевочка. Это микроголовлишка вот такой. Взял на колебалочку. Но рыбачить очень сложно. Ветер просто-таки кошмарный, капитальный. Как и вчера, мелкие головлята колебалочки не пропускали. Несколько малышей удалось поймать мне, пока я обидно не отстрелил уловистую блесенку. Парочку поймал и Дима. Но комфортной рыбалке здорово мешал ветер, который дул четко в лицо, перебивая деснянское течение. Ну что, друзья, мы порыбачили 2 часа ровно с Димой. Поймали за эти 2 часа по 2 микроголавлика. Ну и вся рыбалка, это была чисто борьба с стихией. Уже ровно полдень время. Я думаю, вы слышите, какой ветер. Вот. Поэтому, наверное, мы его будем пережидать. Часа 3-4 будем стоять на одном месте и дожидаться, пока ветер хоть немножко успокоится. Ветер метров 8 в секунду. Общим советом решили, что так рыбачить дальше совершенно некомфортно и мучительно. Поэтому на ближайшем выходе сделали остановку. Место оказалось вполне уютным. Располагало и тенистой поляной, и столиком. Не теряя времени, здесь же приготовили обед. Картошечку с тушенкой. Так как сегодня жаркий день, не грех и искупнуться. Водичка такая свеженькая, градусов 20. Но покупаться замечательно. Освежиться. Так, садимся обедать. Несмотря на ветреную погоду, настроение было отличным. Мы никуда не спешили. Уже после половины третьего сели обедать и спустя полтора часа выдвинулись в путь. Ветер успокаиваться не собирался, поэтому рыбалка превратилась в греблю и борьбу со стихией с редкими остановками на несколько забросов. Первые забросы делаем после обеда. В обед, кстати, я поймал одного малыша голавлика, с ладошку отпустил с берега, бросал. Вот. Попасть нужно в самый бережок для того, чтобы была поклевка голавлика. И мы поклевочка на крупную вертушку, и взял на крупную вертушку довольно-таки неплохой голавлик. Такой голавлик, наверное, за полкило точно, да? Вот крупная рубликсовская вертуха с сельта. Огромная. И вот такой головлишка. Класс вообще. Вот и неожиданность. Тебе такая вертуха и такой головль взял. Наконец-то под обрывистым левым берегом, который немного закрывал от ветра, сперва Шурик, а потом и Дима отличились хорошими головлями. Вскоре и я заработал свою послеобеденную поклевочку и поймал первую на этом сплаве щучку-малышку отпускного размера. Уже с щукой на этом сплаве. Моя первая рыбка после обеда. Ну что, малыш, плыви домой. Вот уже время потихонечку дотикало до половины шестого. Мы плывем по Десне. Наконец-то мы зашли на участок такой тихий, спокойный, с боковым ветром. Пройдя после обеда с километр, река сделала поворот таким образом, что ветер стал боковым и уже не так напрягал, как ранее. Гладь реки стала тихой, рыбалка и сплав более чем комфортными. С приходом вечера немножко спала и жара, да и клев рыбы потихонечку активизировался. Еще одна поклевочка, опять какая-то малышка, рыбка взяла, и опять это щупать, малыш. О, начали попадаться щурята. Дима, поклевочка состоялась, красивый удар, поклевка и голавлик. Вот взяли, ну такой, как первый, да, может чуть-чуть меньше такой. Вот наконец-то и у меня взял небольшой головлишко. Воблерок у сами Кира. Ну и головль малыш. Тут грамм 100, наверное. Но тем не менее, это тоже рыбка, которая сегодня поймана. Уже под самый вечер решил попробовать в деле твичинг с надеждой на щучку размером поприятнее. Моя тактика сработала, и поклевку на большой воблер ждать пришлось недолго. Ну, грамм 700, может 800. Но она есть. Ее поймали. Это уже хорошо. Это можно тушить рыбу на ужин.
Твичинг сработал. Дело близилось к закату. На часах было 7 вечера. Мы дошли до села Куковичи и уже активно подыскивали место для ночевки. Кроме того, нужно было торопиться. Небо хмурилось, вдалеке слышались раскаты грома. По берегам удобных выходов хватало, но вот с уютной поляной не складывалось, поэтому поиск места затянулся. В общем, не понравились нам здесь места с Димой и с Шуриком. И мы решили, что будем прогребаться дальше. Ну вот когда так вброд по меляку причаливаем к месту. Здесь такое вроде местечко мы увидели издалека со столиком. Вот, наверное, здесь сейчас и будем разгружаться. Оказалось, долгий поиск места был не напрасным. Поляну мы нашли зачетную, с отличным столиком и ровной лужайкой для палаток. Лагерь разбивали в ускоренном режиме, так как гроза была уже совсем рядом. Так, к 20 минутам 9 мы с Шуриком поставили свои палатки. Дима тем временем занимается, как всегда, рыбой. Вот немножко сегодня рыбы поймали во второй половине дня. То есть у нас сегодня планируется тушеная рыба. Боялись, что сегодня вообще можем остаться без рыбного ужина, но... Вечерние часы подарили вполне неплохой клёв. Поэтому наши планы затушить в овощах рыбу нам удалось благополучно реализовать. У Димы в активе было пару головлей порядка полкило. У меня докилушная щучка. Пару-тройку нормальных головликов взял нахлыстом и Шурик. Без 29 сделали пионерский костер традиционный для тушеной рыбы в овощах. Вот, пока он перегорает, Дима готовит рыбу, овощи. Все делали в спешке. Едва успели развести костер, как начали капать первые капли дождя, которые в течение 10 минут уже переросли в ливень с конкретной грозой. Не успели сделать только соус, поэтому его готовили под столом, прячась от дождя. Такого экшена у нас еще не было. Готовим рыбу под столиком, тут он меньше течет. Делаем сейчас соус. Костер мы сделали серьезный, поэтому даже ливневый дождь его не потушил, и к началу 10 мы благополучно поставили нашу рыбку в отличные угли. Спустя час ужин приготовился. За это время, к счастью, постепенно прекратился и дождь. Сняли с костра нашу красоту. Вот такая рыбулька у нас вышла, красивая, как всегда. В общем, садимся ужинать. В начале 11-го сели за ужин. Снова засиделись достаточно долго и спать пошли к полуночи. За день прошли 6,5 километров. Ночь была веселой. С 3 часов и до рассвета не давала спать небывалой силы гроза с ливнем. Доброе утро. Сегодня 14 августа, третий день нашего путешествия. Время чуть больше 7 утра. Ровно в 7 мы с Димой проснулись. Вот, погода пасмурная, совершенно пасмурная, но тихая. Вроде классная для рыбалки, но как-то выплывать стрёмно, потому что ночью после вчерашнего вечернего дождя еще такая стихия прошла, такая гроза лупила где-то в 3:30. Ну, было реально стрёмно. Сегодня день непростой, сегодня у Шурика день рождения, не просто день рождения, а юбилей. Вот. Поэтому сегодня мы еще и будем отмечать его день рождения и поздравлять его сейчас. В третий день, хоть и проснулись рано, выплывать не спешили. Небо не внушало доверия, да и прогнозы погоды передавали грозы с градом. Поэтому мы с Димой решили побродить по перекату около нашего лагеря, в надежде поймать активно гуляющего жереха. Но, увы, на нашей приманке отозвалась лишь парочка небольших окушков. Дядьку, а можно до вас постукаться? Доброго ранку. Ви еліксір молодості любите? Вітаємо тебе з днем народження, хоч ти ще не народився. Хоч ти малий. Бажаємо тобі міцного здоров'я. Здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я. І як то, як би Серега Дикун додав? І дівок з великими цицьками. Дівок з великими цицьками. І це життя. І це життя. Це життя, да. Якщо дитинські маленькі, то це взагалі не життя. В хорошем настроении, поздравив Шурика, принялись на скорую руку готовить быстрый завтрак, чтобы к половине 10-го сесть за стол и уже утром отметить день рождения. На завтрак, как всегда, закипятили чай и сегодня решили сделать мивину с колбасой и бутербродами.
Ну, с днем народжения. Этот знаменательный день. Разрешите поздравить вас с вашим 25-летием. Ну, здоровья, дядька. И грошей побольше. Пока сидели и поздравляли именинника, к 11 часам распогодилось. Мы потихоньку собрались и выдвинулись в путь. Дождем пока и не пахло. Начальный участок по затяжному перекату шли вброд и тянули за собой лодку. Тяжелая лодка, она чергает дно, плыть невозможно. Надо только вброд переходить этот участок. Ну и дальше уже будем начинать нашу рыбалку. Ну так получилось, что сегодня мы опять задержались, выплыли поздно. И вот сейчас только к 11.15 делаем первые забросы. Вот первая поклевочка сегодня у Димы. Это взял голавлик. Голавлик вполне неплохой такой, грамм 300, наверное, 400. Настроившаяся солнечная погода сегодня явно способствовала улучшению клева. На перспективном участке себя активно уже с первых забросов начал проявлять голавль. Первым отличился Дима, поймав на проверенного жакаловского чабика друг за дружкой парочку вполне сносных голавликов по 350-400 грамм. Я включил в ход волкеры и тоже свою поклевочку ждал недолго. У меня первая поклевочка на волкер. Рыбка сидит какая-то, голавлик. Голавлик неплохой вполне, тут голавли клюют нормальные сегодня. Вот такой где-то порядка полкило, да? Ну, не полкило, но такой как Димины сегодняшние, да? Ну, такой голавлик, классный вообще, шикарный. Волкер Жекал Чаби Пенсил и отличный голавлик. Вес 495, ровно полкилушник. И самое интересное, вообще не сопротивлялся. Места сегодня по маршруту выглядели шикарно, да и первые часы рыбалки порадовали. Но нельзя было сказать, что рыбка очень активная. Поклевки до обеда можно было сосчитать на пальцах одной руки. Но если голавль клевал, то уже вполне зачетного размера. Волкер и опять взял такой вполне увесистый голавлишко, грамм 400 точно. Такой как первый точно. Чаби Пенсил и такой голавль. Вот еще одна поклевочка смеляка. На этот раз взял акушарик того же Чаби Пенсила. Ну что можно сказать по первым часам рыбалки сегодня? В принципе, не сказать, что рыбка пассивная, она попадается. Мы с Димой поймали по пару таких вполне неплохих голавликов. Были еще окушки, были еще поклевочки. Вот. Работают совершенно разные приманки. Дима в облерочке, у меня волкер. Время потихоньку перевалило за полдень. На реке было достаточно многолюдно. Нас обогнала еще одна флотилия сплавщиков. По берегам кругом рыбачили фидеристы. Становилось жарко, у нас клев стих, поэтому мы не упускали возможность сделать остановку на купание. Пока искали место для обеда, решил немножко попробовать твичинг. Работал и твичинг сегодня. В таком классической тишинке. Взяла небольшая где-то щучка около 500-600 грамм. Опять сработала усами Ногината. Вот сегодня на праздничную жеребку в самый раз будет. Вот такая щучка. Время уже 20 минут четвертого. Мы причалили вот около села Максаки. Поиск места для обеда затянулся часа на полтора. Несмотря на то, что село было рядом, по берегам совершенно отсутствовали удобные выходы. Уже к половине четвертого причалили к небольшой поляне около Максаков. Примерно одновременно мы и Шурик, который сегодня отличился до обеда десятком вполне мерных голавлей. Пока Дима занимался готовкой обеда, мы с Шуриком сходили в магазин и затарились питьевой водой. 16.40 время, мы с Шуриком вернулись. Набрали воды, заправились водичкой, купили хлеб, сок, необходимую еду там немного. И сейчас будем, как раз Дима приготовил на обед макароны, мы сейчас будем садиться обедать. Около часа сидели на берегу и снова за обедом отмечали день рождения Шурика. На нашей полянке нашли немного шампиньонов, которые решили использовать для ужина, как и в первый день. Пообедав, в путь выдвинулись уже достаточно поздно. Без 5-6 мы отчаливаем дальнейший путь. А вот Шурик чуть впереди, и мы с Димой. Отчалили, плывем уже так подгребаясь, для того, чтобы найти хорошее место для ночевки. Ну, может, еще немного и порыбачим, побросаем спиннинги сегодня. Вот. Но главная цель — найти хорошее место.
Солнышко клонилось к горизонту. Мы уже были с уловом, поэтому основной целью была не поимка рыбы на ужин, а поиск хорошего места для ночевки и продолжение празднования дня рождения Шурика. Тем не менее, иногда рыбачили. Я упирался в волкер и надеялся на трофейного жереха. Так, первый жерешок на этом сплаве. Гигант с ладошку ровно, с хвостом. На чабе пенсила, все как положено. Ну, расти большим. Да. Поклевочка состоялась таки в перекате на волкер. Думаю, это жерешок по-любому взял. Или голавлик. Голавлик, по-моему. Голавль неплохой. Голавль такой, за полкило. Хорошо за полкило, да? Но ушел. Обидно ушел. Под вечер я таки дождался поклевку крупной рыбы на волкер. Думал, жерех, оказалось увесистый голавль, который досадно сошел у самой лодки. Погодка настроилась, стало тихо. Мы дошли до понтонного моста, который нужно было обносить. После того, как выполнили обнос, уже практически не рыбачили и занимались исключительно поиском места, что традиционно на Десне было достаточно проблемно. Начало 9-го, не можем найти место для ночевки. Плывем в цепке, выходим уже на второй или третий выход. Толкового места нету. Вот. Поэтому плывем вместе, пытаемся что-то здесь найти. 25 минут 9-го, уже солнышко закатилось за горизонт, уже начинает потихоньку смеркаться. Нужно торопиться, нашли выход. Наверное, не самый лучший выход. Разместиться здесь можно. Место так себе. Нету столика. Мы уже как бы забурели, привыкли, что у нас места со столиками. Ну такая здесь поляна. Место для ночевки оказалось весьма посредственным, но уже опускались сумерки и особо деваться было некуда. Хотя Шурик пробежался берегом ниже метров на 200 и таки нашел местечко с хлипким столиком и еще более скромной полянкой. Он хотел плыть туда, но мы уже разгрузились, поэтому даже возник небольшой спор, который быстро разрешился. Решили оставаться здесь и готовить на ужин жареную рыбу стейками, ведь общий улов сегодня был более чем достаточным. Так, вот так выглядит наш процесс жарки таких красивых полустейков. Как всегда, процессом занимается Шурик. Так, ну финальный этап готовки — это соус, как всегда, помидоры, лук. Ну и в этом году, как всегда, без новшеств не обошлось, новый ингредиент — грибы. Нашли мы шампиньоны в обед и, в общем, решили добавить в этот наш соус. Грибы оказались отличным дополнительным компонентом нашего соуса, и блюдо получилось выше всяческих похвал. Правда, готовка из-за большого количества рыбы серьезно задержалась, поэтому начало вечернего отмечания дня рождения Шурика затянулось аж к часу ночи. В общем, праздничный ужин, посвященный юбилею Шурика. Садимся кушать, ну а дальше будем ложиться спать. Юбилей Шурика праздновали до 2 часов ночи и, полюбовавшись полной луной, отправились спать. Сегодня немного наверстали километраж и прошли 11 километров. Всем доброе утро. Вот начинается 4-й день нашего сплава. Сегодня 15 августа 2019 года. Время без 10:07. Уже полчаса, как мы с Димой проснулись, начали собираться в палатке. Погода сейчас вот пасмурная, всю ночь дул ветер, такие бывали даже порывы такие конкретные. Пока мужики собирали в палатках вещи, я принялся за готовку завтрака. Сегодня он был скромным, так как вчера на ужин от души наелись жареной рыбки и пока были не голодны. Все же я на костре закипятил традиционный чай и каждому сделал вдобавок еще по пакетику овсянки быстрого приготовления. В начале 9-го сели завтракать и спустя час полностью собрались, погрузились в лодки и выплыли. 9:10, время почти на 2 часа раньше, чем вчера мы отчалили. Ну что, делаем первые утренние забросы сегодня. Ветер попутный, течение сильное. Сегодня день ветреный такой. Поначалу рыбка отзываться не торопилась. Погода явно отрицательно влияла на клев. На старте рыбалки я чуть не сломал по неаккуратности спиннинг, но слава богу, все обошлось. Пройдя метров 200, решили заглянуть на местечко, куда вчера агитировал причалить на ночевку Шурик. Доплыли до вот такого места, куда Шурик вчера агитировал, чтобы мы причалили. Здесь такой столик,
но поляны практически нету для того, чтобы поставить палатку. Как и вчера, я упирался в волкер и первую поклевку дождался через полчаса после начала рыбалки. Но рыбка была весьма скромной. Первая поклевка у нас сегодня с утра. Рыбка маленькая, это головлишка малыш. Но тем не менее, сегодняшний день уже размочен. Жакал Чаби Пенсил. И вот такой малышонок, которого сейчас отпустим. Ну что, малыш, плыви. Ну такая десна здесь круче. Один берег круче, второй берег миляк идет. Самое интересное, очень часто рыба в миляке именно, а не круче. Волкер ожидаемых результатов не приносил, поэтому вскоре я решил переключиться на ловлю микроколебалочками. Рыбка сегодня часто стояла непредсказуемо в миляке. Вот колебалочка, шостка скункрамп и малыш голав. Так, ну малыш домой, как и братан свой предыдущий. Поставил новую селектовскую колебалочку, винер 3,8 грамма, такой красной расцветочки. И взял головлишка, уже побольше. Уже этого на сегодняшнюю вечернюю уху возьмем, такой грамм 350, наверное, да? Может 400. Вот, ну эта рыба чуть приятнее. Вот такой дядюшка пожаловал к нам. Вот вчера буквально пару километров не доплыли. Вот здесь такое просто шикарное, замечательное место. Такая беседка. Несколько раз делали остановки, чтобы размяться и исследовали места по берегам, которые были бы очень кстати для ночевки. Я подобрал ключик к рыбке, и клев у меня немного настроился. Взял небольшой шнурочек на колебалочку, притом взял плотно флюр Вихард. Посмотрим, насколько он терпит флюрик. Флюр на зубах, щучка такая, малышка, сейчас отпустим, там, наверное, не знаю, грамм 250. Смотрите, как она покоцала этот флюр. Вот, реально, ну, не, я не знаю, камера это, наверное, не передает с онлайн Вихард. Другой бы она бы уже срезала. То есть качество флюрика, оно тоже играет важную роль. 0,37 флюр, и он выдержал щучьи зубы. Ну, а сработала блесна вот в самой глотке. Если видите, это селектовский виннер такой яркой расцветки. Блин. Естественно, этого шнурочка 300 грамм. Мы благополучно отправляем домой. Вот еще один голавлик взял. Два не снимал, такие малыши там были, 150-200 грамм. Ну, такой грамм 300, наверное, сел. 400. Смотрите, что вытворяет. Под лодку уходит. На камеру позирует. Такой же, как первый где-то. Как выяснилось, рыбка сегодня охотно кушала колебалочки. Причем важен был яркий, броский, желательно красный цвет. Бюджетная блесенка от Select была вне конкуренции и приходилась по душе и мерным голавликам, и щучкам. Но клевала только у меня. Дима никак не мог подобрать ключик и до обеда был практически без улова, не считая пару микроокуньков. Поэтому он более охотно уплетал жареные стейки, оставшиеся со вчерашнего ужина. У Шурика на нахлыст, напротив, дела шли отлично, и до обеда у него в активе уже было более десятка средних лобастых. Время близилось к половине второго. Мы подходили к селу Ушня, и пора было присматривать место для обеда. Время ровно половина второго, мы причаливаемся вот к такому месту. Уже пора присматривать, где бы приготовить обед. Это как раз мы в начале села Ушня находимся. Такой выход здесь не самый простой, но место вроде прикольное. Беседочка вверху. Вот такое здесь местечко, такая беседочка симпатичная среди сосен и березок. Просто классно сделано. Местечко и вправду оказалось зачетным, даже несмотря на неважный крутой выход. Поэтому, не дожидаясь Шурика, принялись за готовку обеда. Сегодня в планах была гречневая каша. Пока Дима и Шурик ходили в село в магазин, дабы затариться солью и уже начинать делать вечером рыбный засолочный пакет, я занимался готовкой, а с обрыва открывался превосходный пейзаж на Десну. Так, пришли уже Шурик с Димкой. И в начале четвертого мы садимся обедать. И будем кушать сейчас нашу вкусную гречечку, которая, как всегда, получилась до... Много, в общем, ее получилось, этой гречки. В общем, на диете мы на сплаве, да?
Пользуясь случаем, хотел передать привет человеку, который вот только вот недавно пополнил наши ряды спиннингистов, своему родственнику, двоюродному брату отца. Это Олег Басенко. Передаю тебе привет. Ну и желаю продвижения в спиннинговой карьере, так стать уже таким профессионалом-спиннингистом. За обедом посидели в замечательной беседке еще около часу, продолжая второй день отмечать юбилей Шурика. Уже к 4 оперативно собрались и выплыли. По плану нужно было сделать еще одну остановку и затариться питьевой водой. Хотим перезаправиться водой, так как вчера ту воду, которую мы набрали в Максаках, в общем, надо ее сливать и набирать новую. Она совершенно желтая, невкусная какая-то. После обеда поменялись с братом местами. Ему надоело бороться в одиночку с ветром, и я сел на весла. Дима переоборудовался на лайтовую снасть и тоже включил в ход микроколебалочки. И дело потихоньку пошло. Оба! Поклевочка, но не засекся. Первая поклевка после обеда это была. Малыш лобастый взял, а вот у Димы с этой же стайки он таки поймался. Небольшой, грамм, наверное, 150, на колебалочку мукаи клюе. Вот, вот действительно на нее клюе. Вот Дима его отпускает благополучно. Заброс нужно ложить аккурат под кромку берега, потому что если не положить, то поклевочки не последует. Это Дима очередной. Опа! У меня красивая поклевка. Так красиво схватил, фрикциончик зажимает, что там. Главлик красопета такой. Около 400 грамм, как утренний. Вот такой дядька. Та же блесенка не переставала меня радовать и после обеда, но наше счастье было недолгим. Вскоре река повернулась, и нам пришлось добрые 2 километра грести на веслах против ветра. О рыбалке не могло идти и речи. Спустя 1.5 часа сделали остановку там, где и планировали. Без 15.6, пройдя 3 километра, частично на веслах, причалили на таком вот выходе, где собираемся затариться водой. Водичкой мы заправились. Выплыли, ну и продолжаем делать забросы еще. Около часа можно проплыться, как раз участок с попутным ветром. Ну и уже присматривать какое-то место нужно для ночевки. Оба, хорошая поклевочка. Хорошая поклевочка, но голавлик малыш. Такой. До 200 грамм. Колебалочка Select Winner работает. Ну таких головлей мы отпускаем. Наконец-то у Димы он переключился на шесткоспун соло. Взял неплохой головлик. Такой полкило стабильно там будет. А то и грамм 600. Но я самый больший, да, на этом сплаве у тебя. Когда Дима переключился, по моему примеру, на яркую красную и чуть более тяжелую колебалочку, и у него отозвался наконец-то приятный лобастый более полкило. На Куканах рыбы для ужина было достаточно, поэтому сейчас пойманных головлей со спокойной душой отпускали. Дима решил этого головлика взвесил 550 грамм, и он решил его отпустить. Поплыл. Вот недавно я показывал участок, где мы гребли на веслах, потому что была бешеная волна, нас несло назад, перебивало течение. А сейчас река полностью развернулась, и ветер идет по течению. И это, ну, это американские горки, это какая-то горная река, мы не успеваем делать забросы. Но, тем не менее, даже в этой всей, в этом всем экстриме по сплаву очень активен голавли, поклевок реально, ну, очень много на колебалочке. И вот по десне сегодня явно рулит красный цвет колебалки. У меня целый день красная. Дима тоже поставил красную с черным колебалочку. И
дело и у него пошло. Ну вот, клюют лобастые, да, очень много мелочи реально такой там, 100 грамм, 200, вот таких, но они тоже сегодня попадаются, такие 200-граммовые головлята, ну мы их снимаем и отпускаем тут же. Плыви, сработал твичинг. Ушла. Хорошо, что спиннинги целые были. На несколько забросов вечером переключился на твичинг, который принес поклевку явно закилушной щучки, но та сошла при свече и чуть не сломала спиннинги, а тем временем вечерело. Уже 8 часов вечера, у нас вечная проблема. Солнце заходит, мы не можем найти место. При том, что уже после того, как набрали воду на 32-м километре маршрута, 6 вечера, только то и делаем, что смотрим места, а мест нету и нету. Время 20:23, мы причалили наконец-то на ночевку уже после заката солнца. На ночевку причалили снова поздно, но выход сегодня нашли отличный. Место было без столика, зато поляна оказалась ровной и достаточно уютной. С соседнего пляжа мы перетащили пару пеньков и столешницу и сами смастерили подобие стола к ужину. Быстро поставили лагерь и принялись за готовку. Время уже дотикало до 9:30, мы занимаемся готовкой ужина. Сегодня по плану у нас уха, вот. Мы, в принципе, подготовили уже все необходимые ингредиенты для ушички. Зеленушка. Тем временем Шурик на костре. Да. Кстати, сегодня мы собираемся проводить наши традиционные смелые эксперименты с засолом рыбы. Поставив на костер готовиться ушичку, не нарушая традиции, к середине сплава решили начать заниматься засолом рыбы для будущей таранки. Тем более Шурик сегодня неплохо отличился и поймал около 20 головлей. Большую половину он, конечно, отпустил, но пяток мерненьких красавцев для засола такие оставил. К 11 часам наша уха готова. Вот такая красота. Она сейчас донастаивается, и мы ее будем кушать. Вот, решили сесть возле костра, Дима уже рассыпает по тарелкам уху. К 11:30 аппетитная ушичка уже была рассыпана по тарелкам, и мы сели за ужин. Как всегда, посидели душевно, и наши вечерние беседы за трапезой традиционно затянулись глубоко за полночь. Сегодня прошли добрые 13,5 километров и перевалили за экватор нашего маршрута. Так незаметно пролетела первая половина нашего сплава. Впереди у нас было еще 3 полные дня пути, от которых мы ждали новых впечатлений и интересной трофейной рыбалки. Thank you.